Мы едем в город Эхтернах, чтобы посмотреть знаменитую прыгающую процессию. Это последнее в мире, сохранившееся до наших дней, религиозное шествие. Согласно легенде, первое подобное шествие состоялось в XIV веке, когда окрестности поразила эпидемия крупного рогатого скота, характеризовавшаяся конвульсиями у животных. И вот тогда святой Вильерброд якобы призвал людей подражать движениям животных, что должно было помочь справиться с эпидемией. С тех пор в процессии нередко принимают участие больные эпилепсией и подобными заболеваниями, вознося во время нее молитвы об исцелении Вильерброду. Мероприятие начинается у реки с проповеди священника, после чего процессия направляется через весь город к городской церкви, проделывая при этом путь длиной 1,5 километра и танцуя особым способом. По прибытии к церкви танцы продолжаются около расположенной у ее алтаря могилы Вильерброда, после чего проводится причастие и мероприятие завершается.